построить с ребятишками детский домик. Так как они уже повыше, почти с меня ростом. Были теплицы без надобности. Поднял их. Они, кстати, одинаковые. Поставил на попа, как говорится. Закрепил брусками. Сделал остов, основание. Такая вот дверь широкая. Как всегда, взрослые предполагают так, что потом можно использовать подтяпки. Вот. Вот мой рост. Так что буду пригибаться. Лавочки сделаем. В общем, посмотрим, что получится. Окна. Вот так закрепил пока коробку. Нашел две больших шиферины. Сейчас осталось окна сделать. Продолжаю делать маленький детский домик, почти с меня ростом. Вот так вот это все выглядит. Уже сделаны окна. Здесь тоже будет окно, зашиваться будет. Наложил, то есть положил шифер. Хотел обмануть судьбу, прям на брусок положить. Но никак не получается, по волнам не сходится. Придется делать обрешетку. Детский домик готов, материал закончился. Закончился, решили с ребятишками оставить, так как беседочка, они называют это базой своей. Пока поставили здесь лавочку, стол. И вон ту доску я прикручу, будет здесь вот столик стоять. Самое главное, что ребятишкам нравится, ребятишки довольны. У них появилась своя база. Это для каждого родителя немаловажный факт. Ладненько, всем пока.